решение, в котором горячая вода для отопления и горячего водоснабжения готовится посредством солнечной энергии и воздушной. Ну, это, по сути, баки у вас здесь представлены. По сути, представлен теплогенератор, тепловой насос, который берет энергию от воздуха, да, посредством этого наружного блока. Передает тепловую энергию в буферную емкость, из которой потом будет расходиться в систему отопления. И также передает в емкость косвенного нагрева, куда также сгружает свое тепло солнечный коллектор. В данном случае вакуум. Если его полностью заметет снегом, к сожалению, это минус вакуумного коллектора, его придется очищать. Нет никакого там какой-то опции, может быть, дополнительной, когда грех на него поставить электрический. Это что-то стороннее, возможно, можно какие-то шнуры обогревающие. Да. Либо чем-то закрывать снегопад тогда. Есть вариант с плоскими коллекторами, представленными других стендов, которые, в принципе, имея небольшой свободный чистый уголок, начнут греть систему и уже сами себя отправить. Это все управление тоже представлено? Да. В центре экспозиции представлен как раз основной регулятор, он называется Multimatic 700/5. Это он. Он в мульти, да, потому что он может управлять любой техникой Weiland и любой комбинацией Weiland. И каскад котлов, и каскад тепловых насосов, и солнечных установок. Ну такая уже стандартизация ваших панелей, как и на котлах, да. Что же такое? Понятный, интуитивно приятный, да, понятный интерфейс, да. И уже выход, давно известно. И изменение вращения. А сзади у вас что это такое? Сзади это отдельное решение, это конденсационный котел со встроенным бойлером косвенного нагрева на 200 литров. Можно откинуть? Открывается в обе стороны и снимается полностью. Понятно. А бойлер не открывается? Ну, в принципе, оно и не... Нет, но он, конечно, открывается. Нет, но я имею в виду именно панель только. Конечно. В панели есть место, куда можно перенести тот же регулятор 700, да, можно поставить его в котел, можно вынести на любое другое место. Также здесь представлен модуль, который позволяет подключиться и выйти в интернет и управлять техникой Weiland со смартфона. Джейсон, он по LAN-кабелю, вот этот вот маленький. Ага, по LAN. Да, только по LAN. А каких-то GSM решений? Вы можете поставить GSM роутер и подключить его сюда. Просто в данной модели реализовано подключение только по проводу. Для Европы возможно подключение по Wi-Fi. Вот, а почему? Переезжай в Европу. Это долгая, сложная история. Спасибо вам большое. Пойдем дальше. Стандартная традиционная техника уже много лет фактически без изменений. Ну, это у нас часть работы плюс. Ну, там можно разные варианты. В данном случае на удобном срок службы на выход из строя какого-либо узла или агрегата, по нашим расчетам, около 7 лет. То есть, грубо говоря, если грамотно спроектирована система отопления, если она просчитана... Да. Если вот таких форс-мажоров избегать, то 7 лет стабильно. Паша, то есть не Паша. Электрика, по факту... По сути, да. СКАД, тот же самый. СКАД самый популярный электрокотел в России на данный момент. Это ни для кого не секрет. Разница в ценнике с Weiland там буквально пару-тройку тысяч. А при этом получается много сил. Чем отличие от самих? Панель управления. Начинка. Весь эти нюансы. Модуль управления, Galarmatic 630 модуль VR-800. Но это уже более упрощенный модуль по сравнению с тем, который мы видели на соседних станциях. Да. Но, грубо говоря, выносится в комнату, позволяет управлять с насосной группой. Прямой. Пожалуйста, да. А что же у нас? Вентиляционная установка, также для квартирки здесь у нас поставлена.
не совсем в тему, правда, на этом. Ну, вентиляция понятна, а это управление ей, пульт? Да. Это вентиляция с рекуперацией. Грубо говоря, у нас цикл 70 секунд, вентилятор гонит на вдув, на выдув. Здесь блок, он не столько фильтрующий, сколько абсорбирующий влагу и аккумулирующий тепло, чтобы не было сильного перепада. Грубо говоря, когда мы выдуваем, он нагревается. Забираем воздух, он убирает тепло из этого фильтра. А это настраивается как-то по, ну скажем так, каким-то интервалам или только задается? Выдуваем или наоборот всасываем? Забор воздуха. А задать режим работы можно. Вот, даже на... Программирование есть какое-то, да? У него своя логика работы. Да. Можно настраивать больше-меньше, сильнее, слабее. Понятно. Отбор воздуха идет. Но, в общем-то, не более. Не, ну, честно говоря, я вот я больше по котлам, как бы по вентиляции я не обратил внимания бы, что есть. Что здесь? Я тоже. Здесь бочка, а плюс стоит. Это конденсационник? Нет, это традиционный. А, стоп, стоп, стоп. Это Экотек, да. Это конденсационный. Ага. Немножечко. Все, уже заговариваем. КПД аж 110%. Знаете, откуда берется, да? Знаем, знаем. Как бы такая цифра интересная. Ну, в принципе, если считать, просто складывать, то... Ну, да, такая хитрая математика получается. При условии, что КПД не может быть более 100%. Нормально. Договорились. А это что за блок? Сборник конденсатный катализатор. Да. Он у небольших мощностей так собачий. Вот это? Да, это очень интересно. Компактный, но как его выливать, что я даже не могу вопрос формулировать. Он как-то очищает испарение. Да. Да ну, вряд ли испарение. Потому что испарение. Так, ну здесь это уже те же самые... Модули управления обновленные. Что на соседнем стенде, это именно по LAN-кабелю управление. Почему в России нет Wi-Fi модуля? Verdi 500. Wi-Fi модули? Да. Тоже за твой же слой у нас занимается. Тоже. Мы VR900 и новый модуль управления GSM. А у вас, наверное, какие-нибудь сервера где-нибудь в Германии и все? Да, да, да. Вайлд, к сожалению, такую политику имеет, что обработка данных за рубежом только на серверах Вайланд. Из-за этого была долгая проблема именно свою систему управления сделать с мобильной GSM. И мы пользовались зонтами. Зонтами вы пользовались, получается, не по OpenTerm, у вас же нет этого? Нет. Ну, зонт, примитивная система. Вы, получается, зонт сажали именно на сухие контакты, да. Термостатные. Да, да, да. У вас же E-Boost максимум называется. Максимум – это новое управление режимом, что ты хочешь от передачи данных. С тем же успехом можно пойти на радиорынок, на митинский, купить релешечек GSM и управлять ей двумя контурами. Ну, нам, понимаете, с Белгородской области тяжело идти до... На митинский рынок, да. Пойдемте дальше на следующий. Здесь вы все знаете. Здесь все знаю, абсолютно. Но что я расскажу? Ну, здесь опять же электрокотел, я как вижу. Электрический очень связка солнечной установки, гелиевой системы и электрокотла. Грубо говоря, если у нас ситуация, что газа нет, и не предвидится, и все плохо, мы на ГВС ставим солнце, грубо говоря, бочку 150-200 евро. Днем оно аккумулирует энергию, чтобы согревать бочку до 80 градусов. Эта панель отличается от предыдущей. Да. Здесь как реализовано, скажем так, принцип, если снегом засыпано? Она... Счищайте снег. А, только счищайте. Все-таки нет каких-то таких опций подогрева, что оттаивание может какого-то электричества. Насколько помню, нет. А вот это... Не видел. Вот это что такое? Вот этот холодильник замечательный. Это система вентиляции.
рекуперации, рекавер, с рекуперацией энергии, с подогревом. Приточка получается с подогревом. Да, верно. Простое решение достаточно. Так, это уже у нас относится к Сумицу, я так понимаю, что это некие, блин, как сказать, компенсаторы или что-то такое. Это не закипающая система, честно. Почему два насоса там? Насос, потому что вот здесь есть дополнительная емкость. Не могу понять. Но они же, по сути, последовательные. Вот если идет вот одна станция, да, да, есть определенное, да, она идет с одним насосом. Есть определенное количество. Солнечных. Расчет получается именно, по сути, количество насоса хватает для того, чтобы преодолеть высоту, на которой установлено гелиевое поле, и преодолеть определенное количество солнечных коллекторов сопротивления. Mm-hmm. Если же у вас, допустим, там, ну вот система может там протащить вот эту вот базовую, да, там 10 коллекторов. Да? Да. Вы хотите не 10, а хотите 15. Да? То есть сопротивление вы увеличили, объем теплоносителя увеличился. Поэтому вам нужно добавить дополнительную емкость для расширения, увеличения объема теплоносителя и поставить второй насос для того, чтобы преодолеть сопротивление дополнительных коллекторов. А какой из этих насосов, просто уже как бы Андрей нам чуть-чуть рассказал, белгородский наш представитель, какой из этих насосов, вот тот самый, который боится сухого, ой, не боится сухого, А этот все время под давлением находится, потому что там в этой системе расположен теплообменник. Да? И вот этот вот насос, вот тот, который стоит, он как раз таки гонит тепло через теплообменник, сбрасывает его в солнечную, буферную емкость. Ага, буферную емкость. Это получается, когда не требуется, он сбросил. Ну, чтобы, понимаете, сухого хода зачастую у этого насоса нету. Потому что где-то в этом уровне. Конечно. То есть, когда коллектора, даже насосы остановились, коллектора сливаются, уровень вот здесь, антифриза, да? Даже если там, ну, началась работа, у меня емкость опускается, вот вы смотрите, видите, вот здесь вот получается какая вещь? Даже если остановились насосы, антифриз начинает сливаться обратно, да, он как бы начинает вот эту емкость заполнять, конечно. А насосы-то все равно как ни крути, стоящие на первом этаже. Согласен.